вы сейчас видите 2 литра вкусного смузи. Из чего оно состоит? Все очень просто. Мы налили туда 1,5 литра кокоса. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите там жидкость внутри. Кокосовое молоко. И плюс еще добавили также бананы, чищенные, конечно же. И немножко льда для того, чтобы он был прохладным. Взбили его в блендере, и сейчас я наливаю это вкуснейший напиток мне, Владиславу и Кире. И мы сейчас будем на ваших глазах наслаждаться. Посмотрите, какая мягкая, красивая пена, ну как молоко. Но по вкусу гораздо вкуснее. Это точно, это же проверено, это очень вкусно. Катя и Влад, как всегда, гостеприимные очень. Спасибо вам огромное, дорогие. Так встречаем наших гостей. За ваше здоровье. И за ваше здоровье.